One lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave. Это уже с обшивки достали, на обшивку парни сняли. Оно, короче, пробило через сиденье и на ту дверь. 8 января в 8 часов утра было вот эти выстрелы. И вы не знаете откуда? Нет, не знаю даже. Ну, видать, с правой стороны, со стороны Акимата, потому что правая сторона. Правильно все? У вас сидит долго. 30 лет уже. Хватает. Не прислушивались к народу. Как говорил один политик, есть нету возможности провести мирную революцию, произойдет военная.